Я сейчас по плану сфотографировать пряники. Фиксики. Все, Антоху забираем с садика. Нам сейчас на танцы. Можно. Я не знаю еще, сынуль. Посмотрим сейчас на твое поведение. А где там я закинула? Шапку ищи. Давай футболку. Ты сразу переоделся, да, на танцы? Да. Держи все. Тощина красота. А, я уже, по-моему, ее показывала, да? Да. Когда ты со мной писал Марта. Все, мы уже в музыкальной. Антоха в садике уже сразу оделся, да? Я видел там Калину Николаевну. Я тоже. Ты хоть поздоровался? Да. Да, сейчас Антоха просто снимет свою одежду и все, будет уже в танцевальной. Ждать всех девчонок, еще да? Никого нет. Не, ну уже там где? Или с вашей группы не пришли еще, да? Еще раз, нет. Давай. Ну, Гриш, ну давай я дома это соберу тебе, еще раз говорю, сложи только все в коробку, чтобы ничего не потерялось. Все туда же все складывай и поехали. Так, у меня супер замученный вид, вообще влог какой-то непонятный, везде ездила, еще успевала при этом делать пряники посередине между этими всеми делами. Вот, завтра два утренника у меня, у Антошки, у Афоньки, у Антошки в музыкалке, там как-то они так будут интересно украшать торт, в общем, я очень рада. Завтра начнется, у меня уже праздник от моих мальчишек. Тут супер-пупер прическа, надо еще успеть завтра пораньше встать, помыть голову, сделать тесто, потому что на завтра 17-18 пряников по одному, по одной штучке и две коробочки. Вот, так что написала все планы на завтра, чтобы ничего не забыть, никому ничего не забыть завести. Вот, про всех помню, всех записываю, потому что по-другому вообще никак, как распланировать свой день до 2 часов ночи, 7 утра. Так что все, завтра всем подъем и будем работать. Ура! Мне это все так нравится, мне нравятся все эти бумажечки, все эти записульки. Я вообще, короче, в полном восторге. Вот, так что всем спокойной ночи. Всем до завтра и пока. Ну, напоследок же готовые коробочки. Одна уже упакована, а вот это вот все. Счастье. Мое счастье. Всем доброго утра. Быстренько, как всегда, собираюсь. Сейчас до Антохи на праздник. Ой, до Антохи, до Афоньки на праздник. У Антошки в 4 часа в музыкалке. Завтра в 10 часов в школе, в садике. В общем, голова уже вот такая. Вот поэтому одеваюсь. Мама моя, как хорошо, что ты... 8 марта. Хорошо. Праздник весны, света, нежности и доброты. Это праздник всех женщин на земле. Желаем всем счастья, здоровья, успехов в воспитании наших ребятишек. Еще там, да? Тут там в холодильник на буквы. Выбирайте буквы.
Да, на букву К у нас васильки были, да, на пустках? Маслины, мороженое, морс, масло, малина. Ну, конечно. Самое холодное. На букву С у нас ромашки. 19. Старейте, не сердитесь никогда. Вот такими молодыми оставайтесь вы всегда. Ребята, что же вы сидите? К мамочкам скорее бегите. Поцелуйте, обнимите. И на танец пригласите. Домой, а танцевать же сказали. Пойдешь танцевать? Уже готов? Да. Фотографироваться? Да. Да? Пошли туда. Еще и Маргариту нам пришлось забрать, да, Марго? Выпросила? Раньше времени выскочила. Чего? Я не люблю садики находить, я хочу дома. Все, приехали. Тут ледик даже, да? Пойдем? Да. Дедушка тебя уже ждет. Да. Да. Ты по льду? Да. Ты ходишь по льду? Я уже выехала. Еду отвозить пряники и отвозить еще Григория в школу. Так что, в общем, за убить двух зайцев хочу. Улыбнитесь! Опять у меня будет непонятный влог из непонятных кусков, потому что, как всегда, времени не хватает. И я сейчас буду монтировать видео. Вот сейчас только надо его найти теперь. На рабочем столе где-то. Вот, сейчас все найду и буду монтировать. Уже у нас 2:46 получается, и надо смонтировать видео, поставить его выгружаться. Пряники пекутся, одна партия испеклась. Мне, в общем, нужно 20 восьмерок испечь. Вот, и что хотела сказать. Пойти гладить Антохе уже костюм, потому что... Где-то нужно в 3:20 выехать. Я надеюсь, что все будет по плану, что все будет хорошо.
Вот. Фоньке прекрасно прошел утренник. Афанасий же теперь у бабушки с дедушкой радуется. Вообще-то он сразу не очень хотел. Когда ему мне не надо, чтобы он был у бабушки с дедушкой, он всегда кричит: «Везите меня». А тут он начал кричать, что «Нет, я, наверное, не хочу до бабушки с дедушкой». Я говорю: «Нет, сынок, сегодня маме это очень надо». Вот, развезла пряники, поэтому сегодня делаю новую партию, две коробочки. И получается 18 пряников поштучно, восьмерочки. Вот такие вот, которые я выкладывала в Инстаграм. Как только выложила, сразу заказы. Огромное спасибо всем, кто у меня заказывает пряники. У меня это прям большая радость. Ну, помимо заработка, еще какое-то занятие, когда ты чувствуешь, что ты куда-то можешь свою энергию направлять. Вот Антохин костюм, я его забрала. Он прям вот в таком вот виде. Не особо прилично. Сейчас его отутюжу и быстренько пришью сзади бирочки. Где-то же что-то подписано. Ну, у нас есть бирки. А, здесь вот даже подписано. Гляньте, кто-то подписывал. Альмир Вова. Вот. В чехол надо его сложить. И потому что сдавать его нужно в чехле с подписанными бирками. Вот я у нашей швеи еще когда-то заказывала давненько бирочки вот такие вот. Подписывать одежду в садик очень удобно. Я еще в первом классе Грише. Ну, то есть у нас Гриша, Антоша и Афоня. Все вот так вот. У всех разные. Там у кого-то Барбоскины, ну, вообще мультики. И обрезаешь немножечко спичкой, запаливаешь, чтобы не разлазились концы, запаиваешь их и пришиваешь бирочки в садик, очень удобная спортивную форму, и в школу тоже, потому что в первом классе у них все очень сильно путается, поэтому сейчас отрежу две штучки на штаны и на кофту, все пришью. Там и так тепло, солнце. Нет, там это только солнце так кажется, когда у нас утренник. Завтра. Да. А сегодня мы выступаем. Ага. Еще тортик будет. И сок. Это старшая группа. А здесь написано в 9. Это старшая, да? У вас подготовишки. 10. Да, у вас в 10, да? Здесь нет его. Софа сейчас придет. Пошли. На второй этаж сюда поднимайся. Жабо забыли. Пошли. Весна пришла, птички поют и тоже говорят: весна пришла, весна пришла. А с весной, конечно, посмотрите, на прогалинке первые подснежники, первые цветочки появляются. Замечательные наши подснежнички. Cantas un tubalén, a son humano.
попкорн. Антош, в углу тут вообще, конечно, завал просто. Все? Пошли. У нас что, гости? У нас гости, Фуфанька. А кто у нас в гостях, сынок? Девчонки? Ух ты! Ты нашла? И мальчишки теперь. Свинка Пеппа до сих пор работает. Хотя Антоше ее подарили, получается, почти 2 года назад, да? На 5 лет, да, бабушка с дедушкой? А Антоше будет 7.